Это группа «Город 312», который сегодня, именно сегодня исполняется 15 лет. Привет, ребят. Здрасте, здрасте. Здрасте, ура. Поздравляю вас. Спасибо. У меня сыну 15 лет, поэтому я представляю, что такое подросток в 15 лет. А что такое коллектив в 15 лет? Как у вас это выглядит? Слушай, не могу твою морду видеть. Или моя ласточка, как рада тебя видеть снова. Пойдем порепетируем, песенки новые попишем. На гастрольки поездим, денежки в мешочек соберем. Время трудное. Как у вас все выглядит? Вот интересно, но и не по первому, не по второму варианту, конечно, а понятно, вот по что третьему это денежки вот в мешочек. Некий такой третий вариант, когда, конечно, существует и то, и другое за 15 лет. Всякие эмоции у нас и в наших головах поперебывали, и, собственно, и мы их показывали, не стеснялись. Но, тем не менее, наверное, вот знаете, как у собак говорят? Вот у собак, у них первые 2 года идут, по-моему, по 12 лет каждый год. Точно. То есть 24 года по-человечьему, в собаке в 2 года. Вот у нас в наши 15 лет, конечно, нам никак, 15-летним подросткам, у нас все-таки идет тоже, я думаю, так, годик за 3 пусть будет. За 2? На меня Дима так смотрит. Так... А знаешь, почему так Димочка смотрит? Ему трудно считать. Ты, а, вот ты так... такую задачку. Год идет за 3. Нам 15 лет, год идет за 3. Но первые 2 считаются по 7. Дима, сколько нам лет? И у Димы страшное лицо. И, собственно, так мы потеряли одного из бойцов. Да? Ну, можно сказать, что, наверное, ощущение лет так на 30 человеческих. В том плане, что уже не подростки, но еще и уж не те люди, которым вообще уже ничего не интересно, да, или которые успокоились и просто встречают старость. Вот. Я думаю, что где-то по тридцатничку, когда, собственно, хочется что-то менять, когда хочется еще творить, когда ты в теме. Супер в вот. Точку. Почему? Есть фирменное такое исследование «Женский критический возраст». 32 года. Женский, да, ладно? Да, да. Американцы вот на эту тему много рассуждают. Вот когда женщина вот... Вот задержалась я. Ладно. Я так за себя сразу начинаю. Прекрати. Прекрати. Приходят вопросы от слушателя. Это всегда интересно. Добрый день. Оглядываясь назад, есть ли что-нибудь такое, что бы вы хотели изменить в истории группы? Что-то вы сделали неправильно? Есть ли какие-нибудь старые темы, которые вам хочется перепеть на новый лад с новым звучанием? Дима, а у тебя как нормальный работающий микрофон? То я так одна. А ну-ка, послушайте. Слышно есть нам его, да? Есть в эфире? Отлично. А ты с ревербером, да, Дима? С ревербером. Димочка, ты с ревербером. Может, перейти сюда? Вот ты можешь сюда поговорить, а потом, если что, пойдем туда попоем. Я пока начну говорить, что, конечно, есть... Я начну как бы чуть с конца. Есть те композиции, которые очень хочется не то, чтобы даже перепеть, они незаслуженно пролетели за эти 15 лет мимо. То есть были выпущены в альбоме, прекрасно все сыграно. Мы их до сих пор играем в программе. Они очень нравятся нашим постоянным слушателям. Но вот большинству слушателей и зрителей, они неизвестны. И мне от этого настолько жаль вообще, то есть эти песни, этих наших детей, что я бы с удовольствием какое-нибудь «Небо в алмазах», там «Сокол», то есть они в основном бойкие, «Амигос». Я бы как их сейчас вот даванула бы. Даже не меняя, честно говоря, аранжировки. Слушай, ну, в принципе, такие вещи делаются. И в истории бывают такие штуки, когда возвращаются назад и как бы делают синглом песню, которая синглом не стала по тем или иным причинам. Вообще такой вариант возможен. Интересный вопрос, на самом деле. Не, да, так, не такой легкий, не такой простой. Дима, а ты? Димочка, что скажешь? Ну, кстати, вот это очень правильно было замечено. Мне, в принципе, я о том же и думал. Да? Конечно. Ну, конечно, хочется что-то поменять. Но только не хочется, чтобы мы шли в угоду каким-то, знаете, модным тенденциям. Мы всегда были музыкой большого города, вот, которую мы ощущаем, ну, как вот, ощущает каждый из нас. Вообще, большую часть, вот если так говорить сейчас на 15 лет назад, вот так просто оглянуться, что-то как-то у нас многие вещи происходили вопреки больше. Вот, честно говоря, не благодаря, но даже. Это здорово. Есть благодаря, я согласна. Мы помним каждого и, даст Бог, и не забудем никогда. Но вопреки было много. И знаешь, о чем подумал? Вот всех терзают вопросы слушателей. А кто вы по жанру? Вы рок-группа, музыку рокового направления играете? Или это эстрада, это попса галимая? Вот людей это мучает по-прежнему. Они не понимают, что произошла революция. Никого уже, в принципе... Вот этот стиль, толку, конечно. Никакого толку, но люди
порой очень упираются в это. Вот. Ну, так легче. А знаете, почему легче? Вот сегодня там в одном из интервью, когда говорили, легче привязывать сразу туда поведение, легче привязывать к этому, может быть, реакции на какие-то там главные вопросы. Супер. Жизненные. Я говорю, стоп, точно, давайте точно. Тогда сделаем так. Если вы хотите просто узнать о нашей реакции на ту или иную ситуацию, то, наверное, мы поступаем или ведем себя больше как поп-роковый коллектив. Все-таки не попсовый. Вот хотите вы, не хотите. Если говорить о музыке, я даже близко не берусь нашу музыку «Город 312» куда-то вот приписывать к какому-то стилю определенному. Поздравления, симпатичные. Спасибо. Мы вас очень любим. Томск. Вообще география огромная. Маяка, вот в чем хорош маяк, угу. Это просто офигенная география. Вот Владивосток пишет. Англия. Из Англии пишут наши слушатели тоже. Вас поздравляют. И я не вижу отрицательных моментов, поэтому настало время петь живьём. Пестоню. Пестоню. Поём пестотоню. А мы даже, знаете, мы хотим вот у вас даже спрашивать такое, знаете, мнение. Так. Вот чтобы сейчас такое исполнить, чтобы, ну, как город 312-15 лет и все такое. А давайте про географию мы говорили, поэтому будет песня «213 дорог». Да, а я скажу слушателям, что у группы «Город 312» все песни называются числами. Сейчас будет песня 213, потом 117 вы сделаете. А потом какой-нибудь третий лишний. Третий лишний. А я напомню, что вы можете прислать вопросы плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Насколько мне известно, это бесплатно. Иди по моим следам, на вытертых струнах дебри, кассеты сиди, песен города, беспечных и юных, 213 дорог размножат меня на континенты и страны, 213 дорог пройти и понять, ставить пробел слишком рано. Ту-ру-ру-ру. Подскажет слова, стук колес метро, мелодию песни у всех у нас. Свои острова, где для пары строк есть место хоть тресни. 213 дорог размножат меня на континенты и страны. 213 дорог пройти и понять ставит пробел слишком рано. Пробел слишком рано, 213 дорог, 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 дорог. Та-ра-дам, 213 дорог, дорог, дорог. Студия Владимира Матецкого. Здравствуйте, вы моя любимая группа. Очень приятно слышать вас в эфире. Ваши песни вдохновляют. Песни «Нас миллионы». Ух ты. «Доброе утро, страна». Для меня это культовые хиты. Слово это не люблю, но
Так пишут люди. Спасибо за творчество. Привет вам из Смоленской области, Павел. Ой, спасибо. Вот такие спасибо. Приятные поздравилочки к вам приходят. Спасибо. Поздравляю вас с 15-летием, пишет Артем из Великого Новгорода. Никогда не интересовался вашим коллективом, если честно. Слышал только песню с Бастой, а сейчас с удовольствием слушаю. А почему вы называете... Любимый Димин вопрос. Димочка! Продолжи. Ну, потом везде полон интернет. Почему? Димочка в 2745 раз отвечает на волшебный вопрос. А почему, собственно говоря, город... Ну, это знаете, почему надо ответить? Потому что человек не слушает город 312, да? А сегодня он послушал, конечно. Ему понравилось. Вот, Димочка, давай, только очень с выражением. Потому что мы нереальные патриоты своего города, своей страны. И мы пиарим даже в своем названии родной город Бишкек. Сейчас Бишкек раньше Фрунзе назывался. Да, телефонный код которого был 312. Сейчас, Димочка, конечно... Я, конечно же, это знаю. Ты так смотришь на меня страшными глазами. Я парень из Смоленска. А вот Павел из Смоленска теперь другое дело. Уже он все знает. Да. Ребята, вот вопрос пришел такой более тонкий. А как вы сочиняете песни? Я хочу к этому вопросу присоединиться. Почему? Потому что среди слушателей «Маяка» очень много людей, которые тоже занимаются творчеством. И, конечно, песни ваши, а песни хорошие. Спасибо, и я вам большое. Это говорю как профессионал, спасибо. Симпатичные. Ой, спасибо, очень. Спасибо, мамочки. Да. Как вы их сочиняете? Мать его за ногу. Вот так написано. Ну, когда мы жили в Средней Азии, то почему-то первично была мелодия с гармонией. Но это Средняя Азия. Появлялись слова. Это Средняя Азия. И слова были, знаете, дополнением к мелодии. Там немножко по-другому ощущаешь себя и вообще жизнь. Там больше как оно звучало, ритмически, интересно, неинтересно, было так. Там солнце, там, знаете, там нет каких-то таких серьезных. Ну, я думаю, возраст еще тогда был такой, что когда мы хотели больше не думать, а больше танцевать, ну, скажем, да, так. А когда переехали в Россию, в Москву, здесь... Голос, мне нравится голос. А когда мы переехали в Москву, мы столкнулись с проблемой аренды квартир. И не только. Нам ее предоставили. И здесь почему-то текст и вот ритмика первичные оказались, а уже потом появляются мелодии. И кармические какие-то вообще рисунки. Может родиться тема, например. Вот мы разговариваем, нам что-то интересное, или фраза какая-то вдруг. Слушайте, а давайте про это там вот вдруг. Она откладывается строчечка где-то, какая-то. Строчечка, что-то такое. Либо у нас чаще всего бывает так. Например, вот Лёня, к примеру, написал песню, он ее приносит на наш суд, показывает под гитару, и вот тут мы начинаем ее коцать. Понимаю. Гармонию, где-то там Дима больше к словам придирается. Представляешь, что в этот момент с ним происходит? Он бедный, его честно. Он её нёс. И представлял. Он считал, что это лучше. Нет, это раз. Он всё передумал, что можно. Нет, а потом он же видел, как он ее регистрирует в РАО. Слова и музыка мои, понимаешь? А тут понятно, что перекроили все слова. Нет, у них договоренность изначальная. Кто бы ни написал из них песню, то идет музыка Лёни, а слова Маккартни. Димы. Да, все так. Не, ну молодцы. Это вот правильный западный подход. И, кстати, могу добавить, что очень-очень сложно показывать песню впервые ребятам. Вы не представляете. Я жутко стесняюсь и хочешь, жутко переживаю. Хочешь, я тебя научу? Не показывай живьем, записывай. Точно. Да и то буду переживать. Я не из-за того, что там я фальшиво спою, а вообще... Тогда ты перед этим говори. Ну вот сейчас тут у меня тут все неправильно. Это вообще не слушайтесь. Ну, послушайте, но не слушайте. Поскольку здесь уже все так неправильно. Ну вот послушайте. Вот какие-то такие слова надо говорить. Да, момент такой серьезный. А в конце, когда вот остановилось все и тишина, надо говорить. Вот такая песня. Когда тишина. Мы, да, не первые, видимо, не последние такие. Вот, да? Такая песня. Ой-ой-ой. Так, что у нас по времени? Успеем песенку? Вот слушатели пишут. Поем? Обожаю город 312. Алма-Ата, мы ваши соседи. Ой, поздравляем с 15-летием. Очень приятно вас слышать. Вы такие веселые. Спойте что-то из старого, как раз то, что вы говорили, что может быть не так популярно, но вам очень нравится. Ах, вот так даже. Может давайте, быть так. Давайте, тогда вот ее. Эту песню, кстати, написал Леонид. То есть понятно, что в РАУ она как Леонида и Дмитрия. Угу. Но все-таки принес ее Леонид. Мне очень нравится эта песня. На нее был снят шикарнейший просто клип. Вот я так считаю. Но она, скажем так, она не столь
не столь сильно крутилась везде и почему-то, как, я не знаю, как на нее меньше обращали внимания, чем, например, на песню «Останусь». Ну, вот так. Ну, про «Останусь» это отдельная тема. Роли. Тут это будет все у нас. У каждой песни, наверное, есть своя судьба еще. Да, какой-то песне повезло, какой-то не повезло. Вот сейчас она прозвучит на маяке, и ей начнет вести этой песни. А я напоминаю, присылайте ваши вопросы к группе «Город 312». Плюс 7-7-103-5533. Не помог взлет по расписанию. Завтра уже среда, что-то хандрит весна. Шум турбин, пыль дорог, рельсы расстояния. Не хочу, не хочу тебя изменить, но знаешь, ты слишком, слишком слабый, если такой у тебя корабль. Даже реку не переплыть. Не хочу тебя изменить, но солнце ты слишком, слишком слабый, если такой у тебя корабль. А-а-а. Не переплыть. Засеребрил закат, стопка пустых газет. Под крылом целый мир из дождя и света. Не повернуть назад, думаешь или нет? Мне не жаль, все возьми, что еще не спето. Не хочу тебя изменить, но знаешь, ты слишком, слишком слабый, если такой у тебя корабль. Наши реку не переплыть. Не хочу тебя изменить, но солнце ты слишком, слишком слабый, если такой у тебя корабль. Не хочу тебя изменить, но знаешь, ты слишком, слишком слабый, если такой у тебя корабль. Даже реку не переплыть. Если такой у тебя корабль. Это «Город 312». Ну что, очень приятно. Дорогие ребята, песня «Останусь» из кинофильма «Ночной дозор» буквально... Дневной. Написано «Ночной», я читаю. Ну, это второй был. А может быть, это сейчас другой поезд часовой, понимаешь? У кого-то... Вот ты спешишь сразу. Дневной, дневной. А у человека, может быть, в данный момент... Ночной. Буквально взорвала все радиостанции. Считаете ли вы, что эта песня стала пружиной вашей популярности? И не надоела ли она вам? Ведь ее так часто крутили по радио, наверняка просят исполнить на концертах и сейчас. Какая песня самая любимая? Или же все песни у вас, как у мамы? А мы сейчас прервемся на новости. Попрошу... А мы пока подумаем, да. А вы подумаете, вопрос серьезный. Попрошу во время новостей тихо-тихо сидеть, на гитарах не играть. Ладно? Это Маша касается. Студия Владимира Матецкого.
Димочка, ты вопрос помнишь, нет? Да. Посчитать, вот как считать собачку, возраст собачки, ты не смог пересчитать. Но зато здесь смогу ответить. Давай, отвечай. Вопрос полегче. Отвечает Димочка. Ну, конечно, эта песня нас здорово, очень здорово подняла. И до сих пор она держится на каком-то нереальном уровне, потому что мы ездили и за рубеж не раз. И везде, где есть русскоязычное население... Ее знают, ее поют, и поют, знаете, так вот, в таком экстатическом состоянии. Это точно говорим, что в это... В каком состоянии? Экстатическом. Ну вот, знаете, как... Димочка к эфиру готовился, между прочим. Нет, ну что вы. Цитаты, подобрал цитаты? Лев Толстой, Кафка. Причем у нас есть известные песни наряду с «Останусь». Вот первая выходила, по идее, должна была выйти песня «Не зона доступа». Она вроде как и легче двигалась вообще. Но вот что-то произошло, и «Останусь» появилась раньше. И вот с той поры вот она у нас получается такая главный паровоз. Ты можешь, что интересно, ты можешь концерт весь завалить. Ну, это я так говорю, абстрактно, да? У нас такого не было. Ну, да. Чтобы у тебя мыслях этого не было, Дима. Я абстрактно говорю. Вот вообще давай. Играли какую-то лабуду, да? И в конце сыграть «Останусь», и все скажут, ребята, просто было круто. Дима, вот эти мысли гони из головы. Да, это шучу. А если говорить о том, надоело или нет, то слава богу за того, что мы живем, работаем, мы ее... В принципе, всегда играем по-разному, потому что мы сами по себе там сегодня вот такие, завтра вот другие в плане настроения, там, может быть, влияние какое-то внешнего на нас. Поэтому я не знаю вообще, как может, собственно, ребенок надо есть. Я не понимаю. Вот честно, много раз слышала это, говорили, да мы вот эту песню из принципа играть не будем. Мы не будем. Я не понимаю, как это. Так народ приходит, в принципе, за что вас любить, если не за песни? Ну вот так, по-хорошему. Мы люди очень хорошие. Можем выйти, не петь песни. А никто не знает, например, вот, кроме близких. Она хочется, чтобы любили вот не за песни. Вот была когда-то песня, а сейчас вы любите нас без песни. Вот я выйду, буду ставить. Я думаю, что у каждого коллектива исполнителя наступает время, когда уже и песен нет. И вот любите уже. Вот. Пока пусть за песни любят. Много вопросов приходит, я задам вам свой вопрос. Вы, конечно, знаете, как устроен этот мир, в котором мы вместе с вами находимся. Mm-hmm. Это успех. Надо все время... стремиться к успеху. Некоторые люди сдаются, просто не выдерживают от этой гонки, эту гонку, и говорят, а вот мы не будем больше хиты сочинять, нам все равно, вот хитовая песня, не хитовая. Вот что вы по этому поводу думаете? Вы остались в этом забеге невероятном, когда надо класть на стол песни, которые становятся популярными? Или когда надо просто класть, например. Или когда надо... Кстати, или когда-то надо... У всех это по-разному. Кто-то не выдерживает, кто-то может вот это соревновательное ощущение оставить в жизни, на всю жизнь и соревноваться. Вот есть же такие артисты, как там Микки Джаггер и там и так далее. Да. Что вы по этому поводу думаете? Знаете... Не думайте об этом. Нет, мы просто, знаете... Мы всегда как-то были в стороне, видимо, от шоу-бизнеса. Мы никогда не пытались соревноваться, по-серьезному так, и толком не пытались писать хиты. Пишем то, что пишется. И не можем просчитать, что такое хит. Вот серьезно, не можем. Не умеем. Да, вот с этим проблема, да. А с другой стороны, я очень рада вот тому, что, например, один из руководителей музыкальных каналов сказал, говорит, для меня, говорит, город 312 — нонсенс. В том плане, что их достаточно, скажем так, мало... крутят, ну, специально вообще не крутят, только либо на заказ, либо потому что эти песни, вот, скажем так, хорошо слушали, слушаемые или как аудитории и так далее. Но вот так, чтобы закручивали, как есть некоторые коллективы, такого нет. Но при этом у них всегда стабильный гастрольный график, концерты и так далее. Я всегда говорю так, ну, слава богу, потому что для меня это тоже удивительная вещь в том плане, что я каждый раз... Думая о том, что, ну вот в этот раз опять вот какую-то песню написали новую, показываем, не формат. Очень часто слышим это, очень. Вы не представляете, из того, что вот, грубо говоря, у нас в год, например, если взяли у нас две песни в эфир радио какой-нибудь, мы слышим, что она оттуда играет. Это такое должно произойти. Просто вы не представляете, сколько лежит просто. Просто потому, что говорят не формат. И для нас возможность показать песню слушателям — это такая удача. Песню, да. Ну, ага. Сейчас. Дело в том, что и поговорить хочется, но слушатели тоже нас поправляют. Пожалуйста, сыграйте «Останусь». Я вот подумал, может быть, мы в конце где-нибудь. Правильно. Там, да? Мы ее давайте отложим на конец. Я, во-первых, хочу сказать, что ребятам
15 лет именно сегодня, а вот 28 октября в Йота Спейс будет концерт. Мы забыли сделать этот анонс. Поэтому все любители группы «Город 312», пожалуйста, 28 октября Йота Спейс, замечательная площадка, будет очень хороший концерт. А сейчас не останусь какую-то песню. «Фонари», ну раз про день рождения опять заговорили, есть такая у нас песня. Ей, в принципе, примерно столько же времени и лет, сколько и песни «Останусь». «Фонари» или «Значит, ты уже большой». Ну, мы уж точно уже большие. Ну, мы пытались пересчитать, конечно, возраст. Вот Димочка опозорился. ЕГЭ бы он точно не сдал, поэтому будет писать песни. Там уже оно и не надо. А уже там оно уже и не надо. А я напоминаю, 28 октября Йота Спейс. Приходите на концерт «Город 312». Тусклых фонарей шарит вниз по тротуару сонными глазами. Дождь шипит, купаясь в серебре. Время зачехлить гитары, раз уж пальцы замерзают. Вычисляю, где ты, очень даже хорошо. Никаких запретов и ни грамма за душой. Если хочешь это, значит, ты уже большой. Те-те-те-те-те. Наугад по гребням пузыри отмеряю два квартала и домой наверняка. Знаешь, я осталась в сентябре у открытого портала в осени. Пока-пока. Вычисляю, где ты, очень даже хорошо. Никаких запретов и ни грамма за душой. Если хочешь это, значит, ты уже большой. Вычисляю, где ты, очень даже хорошо. Никаких запретов и ни грамма за душой. Если хочешь это, значит, ты уже большой. Город 312. А, приятные очень приходят такие сообщения. А девочки-то красотки в группе «Город 312». А нас прям видят, да? А нас видят, это раз. А потом надо же представить коллектив сейчас. О, да, с большим удовольствием. Можно? Нужно. А, значит, как эта штука называется, деревянная? Кахон. Кахон. За кахоном сидит наш барабанщик Ник. Зовут его Леонид Никонов. Мы зовем его Ник, потому что Леонида у нас в коллективе два. Mm-hmm. Ну, чтобы не путать, он у нас Ник. Вот, за первой гитарой у нас сидит наша Маша. Маша Притула, это супруга нашего Димы. Понятно, понятное дело. Вот, она с нами с самого-самого-самого начала. И она наша гитаристка, вот, в общем. Маша, красотка, вот, приходит сообщение. А то.
За второй гитарой у нас Саша. Он к нам присоединился позднее, чем, естественно, основной весь коллектив. Это вот по дороге поезд шел из Бишкека, и вот он... Не поверите, Маша забеременела, и надо было замену на время декрета искать. Так, сейчас пытаешься запутать следствие. Да, точно. Так минимум. Вот. А потом уже Маша выходит, а уже и к Саше тоже привыкли. И Олег приходит. Усыновили. А Павлик не приехал. Павлик. И тут Димочка проявляется с рюкзаком. В кедиках. Вот как вы про кедики сейчас попали? Попал? В кедиках был? Да он родился в кедиках. Вот, за бас-гитарой, за басом у нас Леонид Притула, брат нашего Димы Притула. В общем, Притула, брат Притула, Притула. Брат материнской линии Димы. А значит, Павлик, племянник Олега. Он тоже, да. Да, ага. Вот, значит, ну, Диму Притулу. Теперь вы знаете, он наш клавишник. И авторы у нас песен Дима Притула. Обрати внимание, Притула. На клавишах он не играет. Мне сегодня не дали. Он сидит, делает вид, что у него шейкер в руках. А все видят, ничего. А знаешь, почему? Я не прошел допинг-пробу. Допинг-тест не прошел. Мельдония нас дарался вчера. Опять Шараповый ел мельдония. Да, точно. У нас есть наш бессменный тоже звукорежиссер. Его, к сожалению, по-моему, за камерой там как-то далеко. А он сейчас выйдет. Он выйдет под камеру. Алексей, пожалуйста, покажись. Вот камера. Вот здесь вот. А не это? Так, а видно вот там вот? Он вам истерику потом устроит, что его видно не было. Он сказал, он Вале сказал, Зинаиде Павловне сказал. Диме надо, чтобы ты вот сюда подошел, тогда будет тебе видно, да. Вот, значит, Алексей Лесников, он с нами тоже с самого первого дня. Ты мой супруг. Сиди, Леша, не показывайся. А вот там за стеклом тоже у нас бессменный человек. У нас вообще коллектив, мы очень горды, это что очень, хорошо, очень долго и стабильно вместе одни и те же люди. Это наша Лена Рощинская, наш директор, который с самого первого дня тоже фактически Леночку с нами. Знаем, да. Вот ну еще что? Есть Борис Гиль, который турменеджер, но он сегодня это пришел, уже, потому это что уже, это да, уже коммерческий отдел. Это уже коммерческий отдел, хотя... Вот девушки пишут. И продюсер. Как раз интересно бы знать телефоны, адреса коммерческого отдела. Вот пишут. На сайте, в сетях все есть. У нас есть сайт город312.ру. Все есть. Город312.ру. Кстати, сайт такой красивый. Не были у нас на сайте? Был. А у нас есть сайт? Сайт есть. Забыл. Был, да. Был, забыл. А я напоминаю, что 28 октября в Yota Space будет концерт юбилейной группы «Город 312». Да. Сейчас мы сориентируемся по времени. У нас 50. Двухминутные песни есть? Нету. Мы можем ободрать ее. Нет. Мы тогда... Давайте поболтаем две минутки. Да, мы поболтаем. Сейчас две минуты. Я буду вас хвалить, поскольку нету, практически нету ругательных сообщений. А практически... Покажите, какое ругательное. Эти сволочи мерзкие, город 312, жизнь мою сломали. Эту песню я слушал и влюбился в не ту девушку. Они мне должны денег, пускай расплатятся. Хорошо. Вот. Есть? Есть, да? Нет, девочка, это была злая артистическая шутка. Нет, на самом деле все... идет со знаком плюс. Ура. Сейчас еще посмотрю, какие-то вопросы хитрые были. У меня аж слезу пробило. «Нас миллионы» песня. Как вы считаете, ее судьба успешна или неуспешна? Если можете, если успеете, сыграйте и ее тоже. Ну и, конечно же, «Слабайте останусь», пожалуйста. Будет «Останусь», Для меня Сереги с Майкопа. Не из Майкопа, Серега с Майкопа. Про «Нас миллионы», да, совершенно, Серёж, ты прав. Серёга, ты прав, потому что это одна из песен, как «Небо в алмазах», или «Сокол», или «Амигос», которые достаточно жесткие в звучании, поэтому их на радио берут не очень охотно. Но они прекрасно себя чувствуют в наших живых программах. Сегодня, скорее всего, «Нас миллионы» мы не споем, а объясняю. Потому что все-таки это с драйвовыми гитарами, с никахоном, правильно я сказал? Хакон. Никахон. Его зовут не Ник, а никахон. Да, как минимум. Вот. А вьетнамец. С нормальной же живой установкой барабанной, так, чтобы как дать, и мало не показалось. А «Останусь» споем. Скажи, маленький, осталось несколько секунд. На концерте какие-то визуальные игрушки готовите? Что-нибудь будет? Все будет, мои хорошие, все будет. Мало того, так как концерт идет в ЧБК, черно-бело-красной концепции, то будет. Сейчас мы про это поговорим. Все... Да. Мы да. сейчас прервемся на несколько секунд. И напоминаю, город 312 нам споет самый главный хит.
У нас еще есть 10 секунд. Ёлки-палки. Мы так любим надо... вас. А тогда надо говорить, напоминаем, нет, что... И... Нет, это есть такая радиоманера. И у нас... Ну что, дорогие друзья, давайте-ка я зачитаю маленькие хвалебочки. Ну, какая-то вот должна быть обязательно ложка отрицаловки. Да, обязательно должна быть. А вы от себя скажите. От себя. Так. Ну, пожалуйста, песню останусь. Мы решили это все напоследок. Она у нас будет буквально через несколько минут. Ребята, у меня есть своя онлайн-станция. Обещаю, буду ставить ваши песни. Ура! Онлайн-станция. Берегитесь. По поводу песни «Сокол» скажите пару слов. Я обожаю эту песню. Интересно было бы, конечно, ее услышать в живом исполнении. Димочка, про песню. На концерте будет? На юбилее? Ну, это вот одна из немногих песен, которые мы привезли из Киргизии. Потому что в основном-то весь репертуар города состоит из московского периода. Вот все, что мы впитали здесь, все, что мы пережили. А «Сокол», правда, вот такие песни писались там. В принципе, она довольно позитивная. Она веселая, забыла. Руку нельзя достать так далеко. Вот такая вот она. Она очень танцевальная. И честно говоря, мы бы ее сыграли, если бы позволило время. Но, к сожалению, вот эфир-то не резиновый. Приходите на концерты. Или «Останусь» уже, или «Сокол». Да. Сейчас. С праздником вас! У вас уйма замечательных песен. Пусть их будет еще больше. Вот такое сообщение пришло. Спасибо. Так, сейчас. По собачьему возрасту я вычислил, сколько вам лет. Вам 37 лет, пишет Костя, который подписывается Костя 37. Хороший возраст, вот, нам нравится. С Костенькой совпало. Так, с днем рождения, любимый город 312. А вот скажите, у вас принято в коллективе обмениваться подарками в день рождения? Слушаю эфир, слушаем в Питере, но я подсадила на вас своих коллег из Воронежа, Кургана, Саратова, Аня Голубева из Ярославля. Ай, ух, какая ты. Прелесть. Я родился в Ярославле. Да, спасибо. Подарками обмениваемся всегда и знаем четко, кому что нужно. Даже вот если нужны деньги, значит, дарим деньги. А вот Димочка, то, что вот это светло-серый хотел, серебристый, вот купи. А чего хотел? Светло-серый. Седан такой, да. Парче. Не бить тебе с седаном, Дима. Не, у нас скромные запросы. Причем рады. Вот зачем даже, светло-серый? Белый, даже... на скромные запросы. Да, скромного белый, внимания. Новый. Не забыли про день рождения? Уже приятно. Ну, это действительно так. Ну что, дорогие друзья, я еще раз делаю анонс по поводу концерта. У ребят будет такой серьезный юбилейный концерт 28 октября, поэтому москвичи уж, как говорится, сам Бог велел в Подмосковье. А может быть, кто-то, вот Аня Голубева, подтянется из Ярославля. Будем очень ждать, тем более, что Ярославль, кстати, Дима в нем родился когда-то. Димочка, помнишь Ярославль, нет? Ну, два года сложно запомнить. Теперь смотри в глаза. Аню Голубеву помнишь, между прочим? Маша, а ты руки его с сахарницей умеешь вот так делать? Вот так. Ну что, настало время для песни «Останусь». А у нас был сегодня в гостях город 312. Ребят, приходите еще, когда вам будет 20 лет, 25, 35. А там и полтинничек гляди. Итак, останусь. Тоннеля яркий свет, слепой свисты, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на купах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке,
стану светом вдалеке, я для тебя останусь советом. В конце тоннеля яркий свет, и я иду, иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. В руках дыханием ветра, останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь. Маяк, мы всегда для вас будем оставаться, надеемся. Совета. Это были «Город 312». 28 октября, Йота Спейс. Приходите. Спасибо, ребята.